Так. Надеюсь, я все успею. Наконец-то. После столько долгих лет. Прошло несколько назад. Я верну своего друга. Эй, ребята! Давно соскучились по мне. Ну, а это мы не хотели, как бы, считаю, то, что... Ребята, давайте запустим бунтик! Точно, почему бы и нет? Если что, я согласен на такое. Кто пойдет со мной? Мы. Кстати, почему бы и нет? Я же забыл. А я это, как его, чайку? Давай, думай. Я ничего не понимаю. Что? Что вы делаете? Это полиция. Мы арестовали вашего, так сказать, президента. Как это работает? Да ничего не работает. Я ничего не понимаю. Послушайте нас внимательно. Он мошенник. Он собирается вас арестовывать, чтобы вы никогда не выбрались на свободу. Но что вы хотели этого? Мы хотим того, чтобы вы в безопасности были. То есть, что это значит? Да. Пустите меня! Бам, я иду домой. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. А может, я лучше уйду отсюда? Как нас посадили? Надо как-то выбегаться отсюда. Придумал! Я, короче, придумал, между прочим. Что там, музик, что ты придумал? Я, короче, придумал, как вообще подставить ее. Внимание! У вас, короче, машина отвалилась. Что? Вы за это еще пожалеете. Вы что думаете, что вы нас разберете? Я вам не верю. Что? Да вы у меня сейчас попляшете. Ой. Пора вы. Ну что, быстрее, пока все не произошло. Ну что, быстрее, как можно быстрее. Вот и где. Короче, сейчас происходит землетрясение. В общем, надо остановить эту штуковину, пока никто не передумал. Предоставь это мне. Вот и кнопка. Готова? Стой, не выключай. Не выключай. Пожалуйста, не нажимай на эту кнопку. Ну ты совсем... Между прочим, это вся жизнь на какую-то ерунду совсем похожа. Это вся прибеда.
Ты меня не понял. Это же штука совсем опасна для жизни. И что? Если кто-то меньше и слабее, значит, на них можно что-то делать, а? Осталось 1 минута. Пожалуйста, можешь остановиться. Что ты на... Нажимай на эту кнопку. Что? Не нажимай. Стой. На самом деле, в последнем моменте оставаться нужно навсегда. В самом нужном моменте гораздо лучше. Лучше скажу последние слова. Прости меня. 5, 4, 3, 2. Прости меня. 1. Стоп. Это значит, ты... Это самое ужасное из самых ужасных. Но удивительное. Ну, хотя бы. Таких же комнат для людей, терявших в ней, не способных обнаружить то, что я несу для них в душе своей. Каждый день. Как осознать, кто рядом, может, это психопат? Как вычислить убийцу из толпы простых ребят? И как долго знакомы мы уже с тобой? Спроси себя, кто я такой? Say